Чебоксарах, как и по всей стране, сегодня прошли уроки пенсионной грамотности. Провели его специалисты отделения Пенсионного фонда России в столице. Уровень знаний в этой сфере повышали студенты сельхозакадемии в рамках единого дня. Готовься к зиме летом, а к пенсии с юных лет. Диалог между специалистами Пенсионного фонда и студентами был предметным. Для многих молодых ребят пенсионное накопление – уравнение со многими неизвестными. До этого дня не совсем задумывалась насчет пенсии. Как и что. Но сегодня рассказали нам подробно, что можно посчитать пенсию на сегодняшний день, если я уже работаю, если заинтересована в этом по баллам, по сумме. Фиксированная выплата есть. Как заработать страховую пенсию и сформировать накопительную? Каков порядок формирования пенсии тех, кто уже начал свою трудовую карьеру? Какие факторы влияют на размер пенсии? И почему белая зарплата – залог достойной жизни в будущем? Студентов интересовало, отразятся ли в будущем на размере пенсии и войдут ли в трудовой стаж декретный отпуск, служба в армии и уход за пожилыми родственниками. Думаю, что о пенсионном возрасте нужно задумываться уже сейчас, потому что все зависит от трудового стажа. В школах и университетах нужно проводить побольше таких лекций, так как происходят изменения. Например, сейчас поменяли СНИЛС на электронный вариант. Ответственность за свое завтра несем только мы. Понимание очевидных вещей в пенсионном законодательстве – это залог нашей безбедной старости. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Игорь Зверев. Республика.